Китае необходимо создать военно-медицинские университеты мирового класса, которые будут ориентированы на реальные потребности войск на поле боя. Это позволит стране занять передовые позиции в данной сфере. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в армейский медицинский университет. В ходе визита глава государства ознакомился с работой учебного учреждения и его ключевыми дисциплинами, связанными с медпомощью на поле боя. Лидер КНР призвал руководство вуза повысить уровень обучения и подготовки кадров, усилить потенциал медицинского обслуживания и поддержки. Си Цзиньпин подчеркнул важность подготовки военных врачей с высокими моральными и профессиональными качествами, а также внедрения передовых разработок в области военной медицины.